Великолепный британский скульптор, график и художник, которого, естественно, не стоит каким-то образом представлять, потому что он является, естественно, легендой и гордостью европейского изобразительного искусства, да и мирового. Мне очень нравятся его работы. И работы как скульптора, как литографиста, как графика, работы которого предстают как живые. И когда смотришь на его работы, приходит какое-то вдохновение, и думаешь, как говоря языком музыканта, думаешь, бывает музыкант, который поет и играет, и думаешь, кто же он больше и лучше, пианист или музыкант, или певец. Он многогранен. Генри Мур завоевал свое определенное место в художественном искусстве мира, и, конечно, то, что его работы демонстрируются здесь, у нас в Ташкенте, это для нас большая гордость.